пока, если вы заметили, дождь удержал, дождя у нас сегодня не было. Хотя он пытался как бы подкапать. Сейчас мы будем выходить, когда мы доберемся до метро, дождь пойдет. Вот. А, но еще следующее занятие у нас будет еще здесь, в четверг. А я еще раз финально попытаюсь задать вопрос. Вам удобно, потому что будем перемещаться в зал, занятие по субботам утром или же занятие все-таки в четверг искать какой-то зал в такое же время? 7-4 пушка. Хорошо, значит, я буду искать этот зал, и потом я...